Привет-привет! Продолжаем показ ножей от компании SOG. И сегодня нож под названием Spirit 2. Видим гравировку. Нож функциональный. Имеет своеобразную рукоять, которая откручивается. И данный клинок легко превращается в копье. Давайте сразу покажем. Здесь у нас резьба, и внутри имеется полость, которая служит и вмещает в себя любую палку или длинную рукоять, и может в этой части, видим, есть шлицевой болт, который затягивает основной штырь и тем самым превращается в копье. Ну, по рукояти корпус ее состоит из термопластика GRN. Резьба достаточно выраженная. По ножу общий вес его составляет 292 грамма. Толщина обуха 3,5. Видим насечки у основания. Длина ножа общая 272 мм, клинок 104. Также, помимо всего, имеется чехол, который выполнен из нейлона, он же кордура. И, как всегда, крепится все это дело на кнопки. По форме нож клиппоинт, сталь здесь 3 хром 13 молибден ванадий. Не супер твердая. Порядка 55 по Роквеллу и имеет черное покрытие. Спуски, кстати, довольно-таки невысокие, умеренно линзовидные. И по форме все-таки это клиппоинт. Ну, такая модель от компании SOG.